some screen sets. Like it. Wake on, ты на Wake Channel, добро пожаловать на очередной влог на этом канале. Сегодня влог на full English. Поскольку я встречаюсь со своим клиентом, который не особо хорошо разговаривает на русском, приехал нам из другой страны, из-за зарубежья, я сегодня перехожу полностью на English. So today we're gonna speak full English. And I think it will be like quite difficult for me because I'm not from Heaven. You're good. What's up? So many good practice. Yeah, what's up? Good to see you. We're gonna work on a secret project which we cannot mention yet. So today we're gonna make some purchases for it. We're gonna buy LED light, yep, and stuff like that. So it will be a fun day. Пытаемся дозвониться нашему контактному лицу. Добрый день, Василий. Не дали ли вас как контактное лицо по поводу света? Мы сейчас подъехали. Да, а куда нам, кому, к кому мы едем? Налево, направо. Угу. Хорошо, спасибо. Ой, такой флегмат. We work it out. We just need to get past through this block station. Okay. We're gonna be okay. This dude was like on his Instagram for the whole time. So freaking toxic. Yeah, and he's supposed like, he said that it's some sort of a warehouse or something, like that it's not really a store. Yeah. Like, we're his customers, right? Mm-hmm. And this dude is like, he literally, absolutely no fuck if we would be his customers again. Uh-huh. How we feel. It was freaking hot all the time. I was sweating like a pig. He was just on his Instagram all the whole time. А мы вот подъехали забрать наш заказик. Не знаю, в какие ворота нам заезжать. Тут World Travel какой-то есть, ковьярня. Угу. Ага, да, вижу, вижу, вот ворота есть. Угу. 4281, сейчас. Спасибо. So we are ready on location, and now we're gonna make some screen sets. Okay. Фух, ну все, вот в принципе мы и доработали наш сетап на съемочной площадке, осталось доделать какие-то там небольшие бэкграунд, детали, какие-то мелкие вещи по светосхеме, а так в принципе полностью весь костяк готов, проекта, который пока я не могу разглашать. Поэтому, как только он появится, дам ссылочку, загляните и оформите себе кое-что интересненькое. Научитесь чему-то. На этом, думаю, можно сегодня влог закончить. Буду держать вас в курсе. Как только, так сразу все расскажу и покажу. И в следующий раз встречаемся на этом же месте, на этом же Wake Channel, на этом же канале. До скорого. Wake off. Пау! Вот и весь влог. Thank you.